Сразу выигрывает вбрасывание екатеринбуржцы. Ну и посмотрим. Ой! Ушла шайба. И какой момент! Бывальцев убегает к воротам и забивает. Вот это да! Трактор в меньшинстве забрасывает уже третью шайбу для себя в сезоне. Вот это да! Давайте смотреть. Так особо ничего не придумал. Но шайба там между щитками все-таки прошла у Коваржа. Не будет третьего сухаря. И Бывальцев. Здорово, низом сильно. Да. Осталось тут ему. Ну, голы просто так не даются.